Добрый день, дорогие друзья, с вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Конец ноября – отличное время для красивого, теплого события, приятные воспоминания о котором будут согревать вас всю холодную зиму. Таким событием, безусловно, станет юбилейный вечер Игоря Крутого, который состоится 30 ноября в Дюссельдорфе. Привет всем! Я Димашко Доберген. Приглашаю вас всех на творческий вечер Игоря Крутого. Любимые песни, неповторимая атмосфера, прекрасная программа. Только для вас. У нас с вами появилась уникальная возможность побывать на юбилее маэстро и вместе с его именитыми гостями насладиться ярким музыкальным праздником. Творческий вечер Игоря Крутого – это событие, которого зрители ждут с нетерпением в России, Европе, Америке, Израиле. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, а мелодии вдохновляли. Этот праздник сделают ярким и незабываемым не только таланты и обаяние юбиляра, но и встреча с любимыми исполнителями, среди которых Димаш Кудайберген, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Анни Лорак, Анжелика Варум и многие другие. Стоимость билетов варьируется от 49 евро до 3300 евро. В продаже имеется ограниченное количество VIP-билетов по 369 евро, которые включают в себя приветственный напиток, VIP-парковку, отдельный VIP-вход и автограф-сессию с Игорем Крутым. Также в продаже в наличии ограниченное количество VIP-лож на 10 человек, которые включают в себя VIP-парковку, отдельный VIP-вход, обслуживание в ложе, горячие и холодные закуски, напитки, вино, шампанское, безалкогольные напитки, мягкие сидения перед ложей. Вход в саму ложу возможен за 1,5 часа до начала концерта. Друзья, увидимся. Всем счастья и здоровья. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».